В новой серии «Школы ТО» вы увидите. Хан мусора. 1777. Ну, успокойся. О май гад! Ребята, перед началом видео хочу вам посоветовать сайт Танки Кит, где вы можете выиграть кристаллы для танков онлайн. Все очень просто, игра стоит всего 49 рублей. И чтобы выиграть огромную сумму, вам нужно угадать всего один из 5 кейсов. Максимальный приз составляет целых 60 тысяч кристаллов. Также на сайте есть реферальная система, и каждая 6-я игра бесплатная. Ребят, рекомендую, обязательно переходите и играйте. Всем привет, дорогие друзья, с вами Патрик. Еще раз извиняюсь, что видео выходит сейчас редко, у меня отпуск, я очень редко бываю дома, поэтому надеюсь, вы меня понимаете, потерпите еще немного, осенью мы займемся снова игрой, и возможно будет что-то новенькое на канале, короче, ждите. А сегодня у нас школа ТО под номером вроде 44, я уже запутался. Первое видео называется 1 февраля 2016 года. Ну да, зачем видео переименовывать, как в тот день, который ты снял, ну так и назови видео. Канал Андрей и Онцев, 18 просмотров, у нас один дизлайк. Забавное видео, я его нашел в своей группе ВКонтакте, у меня есть специально там тема, куда вы можете скидывать видео. Если у вас есть какое-то видео со школьником, туда кидайте, я ссылочку оставлю в описании. Смотрим. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Супермен, сегодня мы играем. Танчики онлайн. Нифига себе, сегодня Супермен решил отложить все свои заботы и поиграть в танчики. Вот как вы видите, это мой друг. Блин, ребят, я впервые вижу настолько огромного нуба, что он даже стрелять не начинает. То есть он должен сначала нацелиться на танк, а потом только начать стрелять. Ну... Блин, это так... Видели? Он сначала постоял, посмотрел на танк, а потом резко вот так вот своей рукой нажал на пробел, чтобы выстрелить. Чувак, это рельса, она может... Она стреляет за 3 секунды. То есть ты можешь пока разворачиваться, уже начать стрелять, а когда нацелишься уже на танк, уже произойдет выстрел, и ты его убьешь. Ну, зачем настолько усложнять и просто терять время? Ну вот, ребята меня убили. Так, и мой друг вон он заспавнился. У него вот нету микрофона. Но у меня такой телефон, мне даже микрофон. Ну, он вообще видео не снимает. Просто я хочу, чтобы он увидел, чего мы с ним снимаем. Мне настолько было пофигу, что он сейчас говорил, я просто пробил себе лоб рукой, ну потому что... Ах, как так можно играть? Ну, это просто жесть. Он двух врагов мог убить за это время. Он просто стоял и вертелся. Ну, это жестко. Ну, поздравляю. Блин. Хан мусора. Что? Откуда он это знает? Походу, Соболев насчет АУЕ был прав. Всем пока, с вами был я, Супермен. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока! Ну, как всегда, на самом интересном, может быть, он сейчас еще что-нибудь спел бы или еще что-то эпичное сказал, но, скорее всего, кто-то вошел в комнату, и, скорее всего, это была мамка, и он очень быстренько так попрощался, даже некоторые слова его не разобрал я. Ну, ладно, давайте перейдем к следующему видео, потому что у нас еще много интересного впереди. Второе видео называется «Танки взломали легенду», канал Лёша Плей, YouTube Лёша, и 2141 просмотр, достаточно много, как мы видим, 9 лайков, 91 дизлайк, тут люди бомбят, что это типа развод, все дела, но мне пофигу, что он там делает видосы, потому что это просто смешно, и давайте же приступим к просмотру. Йоу, потише, чё это карать? И у тебя вроде канал не ГТСК называется, а как-то там Лёша Плей или что-то подобное. Заорал так, что жесть. Так, ну-ка я взломаю линию. Так, Жек, блин. Так, вроде бы... не такой. Жесть, как же он быстро печатает, и просто какая-то адовая хрень у него происходит со звуком. Ну прям, то слышно клавиатуру, то слышно какие-то там шумы, то еще что-то.
Что там мне надо? Нам мигда надо, да? Ага. Так, может быть у него пароль такой? Тереуя, не нюхай. Ребят, надеюсь, вы понимаете, что это видос, скорее всего, стёбный. Какой-то школьник решил потроллить и набрать просмотров, и у него, как вы видели, это получилось. Но то, что там творилось в комментариях, там люди реально не понимали, что это, типа, постанова, или, типа, ролик, чтобы поржать, ну и вот такие дела. Ну, а мы этим и занимаемся, что ржём над ним. Уже цифры и буквы. Ctrl-A, Ctrl-A. Игра. Почему это пароль неверный? Так, ну ладно. Уже сегодня цифры. Надо отдать ему должное, актерская игра у него хорошая. После школы, чувак, иди обязательно в театральный. 7, 8, 9, 0, 6, 5, 7, 8, 9, 0, 6, 5, М. Да что в тебя? Так, ладно. Блин, я не понимаю, зачем он это делает, зачем он вводит какие-то левые пароли. Ну да, это смешно, но... Блин, как, вот почитайте обязательно комментарии под этим видосом, там просто так пуканы порвались. Это... А может у него есть и выход? Ой-ой, цифры. 1, 9, 9, 9! А вот тут он уже немного переиграл. На его месте я бы так сделал. Нифига себе! Ребят, ребят, получилось! Я зашел на легенду! Ну ладно, давайте посмотрим, что он скажет. 20 минут спустя. Год спустя. Аллилуйя! Воу! Ну круто! Скажу что. Так, что это за херня? Ну, если честно, не очень крутой гараж для легенды. Ну ладно, не об этом у нас сейчас речь. Круто! Ну как вам легенда на М0, а? А? Круто, да, вообще? Такой крутой, ну зацените! Херень одна! То есть, вот это одна... Чё-то я уже совсем не врубаюсь, что происходит на экране. Чувак взломал легенду, ну якобы взломал, зашел на аккаунт, посмотрел там не очень хороший гараж для легенды, одел М0, и зашел в битву, чтобы нагибать, и зачем он это все делает? Ну, блин, четкий тролль. Ребят, кстати, я придумал, давайте я следующий видос стебный такой же сниму, типа, взламываю свою легенду, все дела. Думаю, вы зацените, обязательно ждите. Время такое, да? Тащи, наверное! Всем пока, с вами был Димасик, всем пока. И последнее видео на сегодня будет короткое. А, тут мы не услышим голоса школьника. А, ну, сейчас все равно поржем. Во-первых, давайте прочитаем название видео. Баг, кра, я взял голд. А, в описании еще написал, мне повезло. А, 1 лайк, 3 дизлайка. А, сейчас я вам покажу момент взятия. Ну, еще до этого кое-что. Тоже достаточно забавно. Слышь, ты че такая дерзкая? Ну, как вы поняли, во-первых, он играет под Тимати Баклажану, что уже достаточно смешно. Ну и давайте перейдем к самому взятию голда. Слышали, как он выключил микрофон, чтобы на видео не попал его голос? Потому что, скорее всего, когда он взял этот голд, он просто морал на всю комнату. Эх, какой бы получился бы видос, и мы бы хотя бы услышали его голос. Ну ладно, ссылок на его страницу и нигде нету, так как бы хотелось бы его посмотреть и послушать. Ребят, с вас обязательно лайк и подписка на канал, если тут впервые. С вами был Патрик. Спасибо за просмотр, обязательно посмотрите предыдущие выпуски, если вы их не видели. Всем удачи, всем пока.